огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено весенним фаворитам, так как весна наша подошла к концу, наступило долгожданное лето. Кроме того, это видео я снимаю не одна, совместно с Натальей Гафаровой, более известной на YouTube как Инфанта. И ее канал бы я настоятельно советовала, потому что у Наташи потрясающие, очень подробные, интересные видео о косметике. Она действительно знает толк в этой косметике, как в уходе, так и в декоративной косметике. И кроме того, у нее классные влоги, очень интересные, она любит путешествовать, поэтому и влоги обязательно у нее посмотрите. После просмотра моего видео обязательно заходите к Наталье на канал. Я ссылки оставлю в описании, смотрите ее фавориты, я думаю, вы найдете что-то для себя интересное. И также обязательно знакомьтесь с каналом вообще. А пока переходим к моим фаворитам. Всем желаю приятного просмотра. И я уже говорила в предыдущем своем видео о фаворитах, что теперь мои фавориты будут очень короткие. Это будет всего лишь 5 продуктов по 5 категориям. Это самый лучший продукт для волос, самый лучший продукт для тела, самый лучший уходовый продукт для лица, самый лучший парфюм, который я любила больше всего за этот сезон, и, конечно же, самый любимый декоративный продукт, продукт из декоративной косметики. Итак, не будем уже тянуть кота за хвост, я уже по вам так соскучилась и хочу быстрее рассказать вам о своих самых любимых продуктах, что уже прям не терпится начать. И начать хотелось бы, наверное, с продукта для волос. У меня в этот раз самый любимый продукт, не смывашка, как я люблю их называть, это тоник-спрей с эффектом шелковых волос и эффектом ламинирования. Это бюджетная косметика, эксклюзив косметик, это белорусский бренд, серия 3D кератин комплекс. Этот продукт очень-очень классный, он подходит именно для тех, кто любит гладкие прически, кто любит выпрямлять утюжком волосы, кто любит вытягивать волосы, собственно, кто носит такие какие-то структурированные прически. Очень-очень классная вещь, потому что действительно хорошо ухаживать за кончиками волос, не дает им пересушиваться, не дает им пушиться, дает дополнительно вот этот гладкий эффект, которого мы с вами так старательно добиваемся, очень хорошо защищает волосы при каком-то термовоздействии от фена, от утюжка. Очень-очень крутой продукт, мне безумно нравится. Кроме того, здесь большой объем, 250 грамм, просто огромная-огромная бутыль, я думаю, мне ее хватит до пенсии. В общем, очень советую, очень крутой бюджетный продукт, очень хорошо ухаживает за волосами. А следующий мой любимец для тела, это кора, сливки для тела, увлажнение с гиалуроновой кислотой и пантенолом. Скоро, совсем скоро выйдет видео об уходе от кора, обязательно, наверное, после этого видео, об уходе за лицом, и также после этого выйдет вторая часть этого видео об уходовых продуктах для тела, для волос. В общем-то, вот там как раз-таки будет вот этот продукт, а сейчас я просто расскажу о том, почему это самый крутой продукт весны для тела, потому что очень-очень классные сливки, потрясающе впитываются, очень быстро впитываются в кожу, очень хорошо ее напитывают, увлажняют, очень хорошо работают после каких-то вот воздействий, типа эпиляции, еще чего-либо, когда у вас просто как бы где-то вы какое-то раздражение или какая-то сухость, очень хорошо заживляет именно какие-то ранки. Крутые сливки, хорошо ухаживают за кожей, хорошо именно напитывают, увлажняют, сразу дарят комфорт и быстро-быстро впитываются, можно сразу одеваться. Здесь единственное, что 150 мл, это ни много ни мало, но, в общем, чтобы вы знали. Также у них хороший состав, очень много питательных веществ в составе, поэтому тоже вам настоятельно советую присмотреться к этим сливкам для тела. А следующий продукт — это маска. Маска с соком нони, с мякотью нони от тайской марки Levadia, если я правильно читаю вообще это. Маска мне пришла из магазина WellD, это магазин тайской косметики, и скоро также будет видео о тайской косметике, поэтому не пропустите, следите за обновлениями на канале. Я прям вот сегодня тараторю, потому что так давно не снимала видео, и, честно говоря, у меня, конечно, были причины. Я думаю, что тоже сниму отдельное видео о причинах, почему я так долго отсутствовала на канале, что у меня там в жизни изменилось, случилось и так далее. Если вам нужно, ставьте обязательно плюсики, я обязательно выделю отдельное видео, расскажу вам, может быть, в формате влога, может быть, вот так же сяду перед камерой. Ну, в общем, возвращаемся к маске. Это что-то нереальное. Она потрясающая. Но единственное, что у нее жуткий запах и жуткий вид.
Я как-нибудь, наверное, прикреплю либо сюда эту фотографию, где я в этой маске, либо, может, в Инстаграм скину, кому охота посмотреть. В общем, здесь 110 миллилитров, здесь вот такой вот носик с дозатором, все очень-очень классно упаковано, потому что я, когда мне шла эта тайская косметика, я думала, там будет прям вообще handmade. В общем, значит, это мякоть нони, натуральная мякоть нони. Она так, с таким неприятным кислым запахом. Она вообще очень странного коричневого цвета. Все это вы разносите по лицу, сидите полчаса, потом смываете, и у вас очищены все поры, у вас потрясающий ровный цвет лица, и все какие-то болячки на коже, которые у вас есть, они заживают буквально за несколько дней, мгновенно подсушиваются, мгновенно все вытягивается из кожи. Потрясающая вещь, очень-очень крутая маска, она реально очищает очень хорошо поры и очень хорошо выравнивает цвет лица. Супер крутая штука, особенно в борьбе с черными точками, как раз таки забитыми порами и за свежий цвет лица. Супер-супер-супер маска, и советую вам обязательно присмотреться, советую посмотреть видео о тайской косметике, там будут и другие очень крутые продукты, которые тоже я вам обязательно о них расскажу. Но пока что я советую вам исключительно эту маску, это что-то просто вот нереальное, очищающее кожу и очень хорошо ее тонизирующее, возвращающее ей ровный цвет. Супер маска, всем советую. Следующий продукт самый любимый из декоративной косметики, это тушь Volume Million Lashes от L'Oreal, я уже забыла, кто производит. У меня версия Filin или Filin, в общем, взгляд кошки. Опустим тот факт, что меня просто умиляет реклама про взгляд кошки и так далее и тому подобное. Ну, в общем, сама тушь обалденная. Во-первых, самое главное, она смывается как три шмаковой, то есть она снимается именно такими трубочками, она не течет. Если вы даже будете плакать, она не будет растекаться. Это самое-самое-самое главное. Также она очень круто наслаивается, то есть она не наслаивается комочками, она именно как бы слоями такими наслаивается. Также очень круто она смотрится и подкручивает реснички, то есть взгляд у вас сразу становится распахнутый. Особенно это важно по утрам, когда у нас реально все реснички вниз опущены, поэтому она их сразу очень хорошо подкручивает вверх, у вас сразу очень красивый отдохнувший взгляд. В общем-то, тушь крутая, можно создать как дневной вариант, так и вечерний вариант. Очень хорошо работает, очень хорошо наслаивается, дает объемные красивые реснички, которые именно подвернуты вверх и не опускаются в течение дня. Крутая-крутая тушь, очень вам советую, прям вот она стоит на самом деле какие-то копейки, то есть она, по-моему, 500 рублей, что ли, стоит по сравнению с люксом, но качество вообще обалденное. И она у меня всю весну уже, и она у меня до сих пор не закончилась, то есть вообще обалденная-обалденная тушь, вам советую. Последний продукт на сегодня, это будет аромат весны, и у меня это, как всегда, кто знает уже много лет меня, кто смотрит мой канал уже энное количество времени, это Gucci Premier, обожаю этот парфюм. Он обалденный, это реально нереально, её запах весны, значит, реально нереально, очень-очень-очень, я прям реально отвыкла снимать видео, поэтому мой словарный запас, он просто оставляет желать лучшего, я надеюсь, вы меня простите, извините, я обязательно исправлю. Возвращаясь к Gucci Premier, это потрясающий, очень романтичный аромат, он именно и романтичный, и с другой стороны, в нем есть характер. Потрясающий аромат. Ну, для меня это аромат именно девушки. С одной стороны, очень милый, очень романтичный, с другой стороны, он очень дает понять, что внутри есть такой стержень, есть уверенность в себе. И парфюм, он именно такой неоднообразный, очень многогранный. И он в течение дня играет и цветами, он с легкой сладкой ноткой, при этом он очень свежий. Крутой-крутой парфюм, очень мне нравится, ассоциируется именно с весной, с такой переменчивой. В Санкт-Петербурге она просто нереально переменчивая, потому что у нас то дождь, то снег, то плюс 18 в апреле. В общем-то, разные вариации на тему бывают. И этот парфюм как раз-таки олицетворяет весну. Вот, больше мне нечего сказать. Да, про парфюмы. Обязательно вам прикреплю также и пирамидку этого аромата, если вам интересно. Но вот
Парфюм крутой, действительно, из Гуччи. Это один из парфюмов, который действительно мне понравился, который действительно стойкий. Несмотря на то, что Гуччи не славятся стойкостью. И это все. Всех вас люблю, целую. До скорых встреч на моем канале. Обязательно заходите к Наталье, смотрите ее фаворитное видео. Я думаю, что оно будет в разы больше, чем у меня.